парадоксальная сложилась ситуация с качеством автодорог у нас в городе, да и, пожалуй, по всей стране. Владельцы автотранспорта исправно платят дорожный налог, который должен расходоваться на строительство новых и содержание старых. Создается впечатление, что эти деньги идут на создание полигона для испытания машин в экстремальных условиях. Может быть, внесем предложение выплачивать компенсацию, как это сейчас модно, на ремонт и запасные части, или все же лучше привести дороги в порядок.